Еще одним интересным сайтом по созданию картинок с помощью искусственного интеллекта является Stable Diffusion. Мы вводим в поисковике данное название, переходим по ссылке. Сайт на английском языке, и запросы нужно тоже оформлять на английском языке, но это не совсем проблема. Это не проблема. Так, открываете, листаете немножко вниз, находите кнопочку вот эту вот, Get Started for Free, то есть начать использовать сайт бесплатно. И здесь вот в строке мы записываем наш запрос. A picture of a dog in the mountains. То есть картинка собаки в горах. Нажимая кнопочку Generate Image. Тоже достаточно быстро загружаются картинки. Вот у нас получились картинки, где изображена собака. Потому что одна у меня a dog, одна собака. И собака в горах. Так, ну мне понравилось. Ну вот это вот, пусть будет вот эта вот смешная собачка. Картинка. Меня вот такая картинка устраивает. Правой кнопочкой нажимаем. Выбираем сохранить картинку так, как на, даем название. Собака, допустим. И сохраняем. Все, у нас картиночка сохранилась. Так, что делать, если вы не вполне владеете английским языком, а нужно запрос отправлять именно на английском языке? В таком случае можно открыть переводчик, любой переводчик, записать текст, допустим, девушка в красной машине на дороге. В красной машине, да, на дороге. Переводчик нам перевел. Мы так, на дороге. На дороге. Так, переводчик нам перевел. Мы копируем этот текст и добавляем на сайт. Смотрим, что получается у нас. Угу. Вот у нас такие вот варианты. Ну, более-менее вариант вот этот, вот на мой взгляд. Я его также могу скопировать, сохранить картинку как, дать название этой картинки и сохранить. Таким вот образом получила нужные картиночки. Первые, не забываем, конечно, что это искусственный интеллект, поэтому картинки иногда могут выглядеть чуть-чуть немножечко странновато. Но, тем не менее, эффект есть. Выбор можно продолжить. Если нас не устраивают эти картинки, мы можем еще раз задать это же самое, это же самый запрос и получить уже другие результаты. Вот уже получили мы другие результаты. Ну, какие-то вообще странные результаты. Так. Но, тем не менее, таким образом можно создавать самые разнообразные картиночки.